Ну а начнем мы со специального предложения только сегодняшнего дня. Сегодня мы представляем вам целый комплект за 2499 рублей. Сегодня ты мой выбор. Но знаете, я когда увидела цену, я просто была поражена. Ведь это цена за комплект, а не только за жакет. Кстати, очень приятный по тактильным ощущениям. Мне нравится, Лер, что он, знаешь, вот выполнен как будто бы вязаный, да? Но он и теплый такой же, как будто бы настоящая вязка. Но при этом он еще и невероятно комфортный, стройнящий, яркий, стильный. Столько эпитетов можно подобрать к этому костюму. Но будем разговаривать обо всем отдельно. Сейчас полюбуемся на нашу Оленьку, которая выбрала огненно-красный цвет. Но вообще, я считаю, что это очень правильный выбор. Я бы, например, сделала точно так же. Mm-hmm. Если у вас до сих пор нет яркого костюма, самое время как раз его заполучить в свой гардероб. Но есть те, кто все-таки предпочитает более сдержанные оттенки. Пожалуйста, у нас для вас есть вот такой зеленый цвет. Зеленый, кстати, очень благородный оттенок. Вот в данном случае темно-зеленый. Да, кстати, отличная альтернатива черному цвету. Да, слушай, мне нравится. Мне мама всегда говорила, что, Оль, тебе зеленый, тебе зеленый. Но я все-таки решила сегодня быть красной, яркой. Правильно, я согласна. Но у нас есть с вами еще цвет электрик. Смотрите, какой он яркий, какой он... Вот, кстати, может составить конкуренцию красному по яркости абсолютно. Поэтому здесь можете выбирать так, как вот вам будет угодно. Хотите, выбирайте яркий синий, хотите, выбирайте яркий красный. В любом случае, вы получаете свое стильное, необычное решение. Посмотрите, еще один цвет, темно-синий. И этот вариант выбирает сегодня для себя наша Настя. И это костюм от бренда Prestige Style. Этот костюм нам презентовала сама Светлана Нисковец, владелец, создатель бренда Prestige Style. Кстати, создавала его для себя. Почему я на этом делаю акцент? Светлана сама носит 56-58 размер одежды и создает такие вещи, которые стройнят любую женщину. Но мы в этом сейчас с вами убеждаемся. Действительно, вот смотри, со стройняющим эффектом я сама себя в зеркале не узнала. Посмотрела и подумала, боже мой, вроде бы кажется, что это вязка, да, кажется, что это вот объемная такая вещь. Нет! Со стройнящим эффектом, построенный худенькой, супер худенькой цене. 2499 рублей. Это, Лер, цена и за жакет, и за юбку. То есть в комплекте мы получаем сразу две вещи. И если разделим цену, получается, смотри, юбка 1250. Жакет шикарный, со стразами, 1250. Где такие цены можно найти? Ой, ты знаешь, вот я вообще должна тебе сказать, что я не только костюм по таким ценам не видела, одну юбку за такую цену не купишь. Вообще сегодня действительно удивительный совершенно день и потрясающее предложение, которое нельзя упустить. Такие костюмы сейчас вернулись в моду. Вообще женские костюмы сейчас как никогда актуальны, с юбками, с брюками, но не в моде классика, то есть классические костюмные ткани. Мы с вами выбираем как раз очень актуальное решение. Классический дизайн и крой, но не классические современные материалы. Они же нам позволят с вами и определиться с размером. Смотрите, какая у нас с вами здесь хитрая штука с брендом Prestige Style. Это бренд абсолютно полноразмерный. То есть вам не придется выбирать на размер больше. Вы берете размер в размер, причем берите по размеру жакета, потому что юбка подстроится под вас сама в любом типе фигуры. Смотрите, это, во-первых, эластичная лента в талии, а во-вторых, вот это полотно, которое очень похоже на вязку, на самом деле вискозный трикотаж, отличной эластичности и растяжимости. Поэтому юбка сядет автоматически на любой тип фигуры. Жакет берете по объему груди. То есть, смотрите, начинается у нас с 50-го размерная сетка, но я вам должна сказать, вот если у вас 50-й по бедрам, а 52-й по груди вы даже можете себе позволить выбрать в таком размере для себя 50-й. Потому что жакет, как вы видите, не обтягивает фигуру, он чуть свободный, поэтому садится прекрасно. Он очень комфортный, вообще костюм комфортный. Вот ты сейчас правильную параллель провела с костюмной тканью, да? Многие женщины, особенно пышных форм, смотрят, когда вот на такие костюмы, они мечтают о них, но понимают, что это не для нас, не для пышечек. Понимаешь, у них не сесть, не встать, во-первых, некомфортно, даже пуговицы юбки невозможно застегнуть. Наш костюм другое дело. Это вискозная ткань, она тянется, она очень комфортна. Я и сидела, и вставала, чего я только не делала в нашем костюме перед эфиром. 2499 рублей за комфорт, за стройность, за красоту и за сезонность в том числе. Смотрите на этот костюм, мне очень нравится, это стильная вязка. Все-таки я не люблю банальные вещи. Вот мамочка моя говорит, Оль, я всегда голосую за изделия с фишками.
Здесь столько фишек. Давайте прямо сейчас их рассматривать. Давайте, кстати, вот про жакет и поговорим. Здесь одна самая главная фишка. Это его стройнящий эффект. Причем, знаете, как он получился? Когда Светлана, создательница бренда, она нам рассказывала эту историю, примеряла на себя этот жакет, а она все вещи под себя примеряет, когда они отшиваются, она обнаружила, что вот эта вязка, если ее слишком много, может чуть-чуть нам добавить лишнего объема, особенно в области талии. У Светы верхний тип фигуры, то есть объем как раз здесь. Смотрите, что она придумала. Вот эти рельефы. Видите, рельефы выполнены из ткани, тон в тон, но гладкой. И вот эти рельефы нам полностью убирают бока. Вот что вырисовывает идеальную фигуру. Вот, посмотрите, как это работает. На одном цвете, но на разных фактурах мы получаем с вами стройную талию. Абсолютно в любом типе фигуры. Будь у вас верхний тип фигуры, будь у вас тип фигуры яблочко, как у Оли, например. Вы сейчас убедитесь в том, что такой жакет вырисовывает. Рисовывает силуэт песочные часы. Слушай, ну здорово, мы все стройняшки, мы все очаровашки. И еще раз обратите внимание, неважно, какой цвет глаз, какой цвет волос, какие у вас объемы, вы все будете просто сногсшибательны в стильном предложении, на которое действует специальная цена 2499 рублей. Как заказать стильный костюм от бренда Prestige Style? Можно сказать, в единичных экземплярах, потому что он представлен только на телеканале Shopping Шоу. Я сейчас расскажу. Смотрите, звонок к нам абсолютно бесплатный. Номер телефона всегда перед вами. Набирайте номер даже с мобильного телефона и бронируйте, заказывайте для себя свой костюм. Оплатите его потом, по факту получения, на вашей ближайшей почте. Но сейчас уже можете представить себя вот такой красавицей. Кстати, хочу тебя спросить, Лер, куда ты посоветуешь надеть этот костюм? Ой, Оль, ты знаешь, вот как раз такой костюм можно надеть абсолютно куда угодно. Вот в этом я совершенно точно уверена. Этот костюм вам пригодится на работу, особенно если вы выберете сдержанный вариант. Этот костюм вам пригодится на праздник. Кстати, вы можете носить ведь отдельно жакет и юбку. Жакет прекрасно будет смотреться с платьями, юбка с блузами, например. К жакету подберите брюки. У вас действительно получается пространство вариантов, тем более, что здесь невероятно интересная ткань. Давайте посмотрим на нее поближе. Посмотрите на эту фактуру. Издалека действительно полное ощущение, что это вязка. Вот они, эти косички вязаные, посмотрите, да, модные очень варианты. Но на самом деле это плотный вискозный трикотаж. То есть это материал не аллергенный, вязаные вещи, как правило, шерстяные. Этот материал трикотажный, этот материал дышащий и очень комфортный. Соответственно, если вы не носите шерсть, то это для вас альтернатива, это для вас палочка-выручалочка. Если вы не носите жесткие формы костюмные, опять же, такой костюм придется именно к вашему гардеробу, как никогда кстати. Посмотрите еще и на то, что мы носим не только этот жакет полностью застегнутым, как блуза, мы носим его как самостоятельную верхнюю одежду. Например, Катюша выбрала зеленый цвет и в комплект блестящий, сияющий джемпер Альбертина. Там может быть базовый топ, там может быть классическая белая рубашка, в зависимости от того, какой образ вы хотите создать в этот день. Хочу еще раз напомнить, что мы берем размер в размер по размеру жакета, то есть по своему верхнему. А размеры у нас от 50 до 60. Я считаю, что это победа, потому что в наших и в ваших ближайших магазинах сложно найти стильные вещи в больших размерах. У нас они есть. Пока есть. Спецпредложение дня.